Во всех без исключения группах проведен косметический ремонт. На стенах появились расписные замки и любимые персонажи мультфильмов. Очередность детское дошкольное учреждение в селе Витязево по-прежнему вопрос актуальный. В новом учебном году в детском саду «Дельфиненок» открылась новая групповая секция за счет программы оптимизации пространства. Министерство образования края поставило в детский сад новую модульную мебель. Мебель практически вся уже смонтирована и готова к эксплуатации. В настоящее время детский сад посещает 361 ребенок. Остров стал вопрос капитального ремонта пищеблока. Мы сейчас как бы заключили договоры на полностью новое оборудование, где будет и пароконвектомат, и картофелечистка, и электрические печи как бы с духовыми шкафами для более лучшего приготовления и быстрого. Преобразили стены. Вместо старой появилась новая современная плитка. Заменена проводка, освещение, канализация и водопровод. Деревянные двери сменились новыми пластиковыми. Площадь пищеблока расширили. Стоимость произведенных работ более 1,5 миллиона рублей были выделены из муниципального бюджета. Новое оборудование стоимостью более 500 тысяч рублей, которое завезут на днях, позволит повысить производительность и качество. Сейчас у нас ремонт на стадии завершения, но как бы мы еще подаемся в программу на капитальный ремонт ограждения детского сада. Как бы будет софинансирование, надеемся, что будет софинансирование края и местный бюджет. И будет у нас новое ограждение, новые секции заборные, новые ворота, потому что безопасность для деток превыше всего. Работать на такой кухне одно удовольствие. Свое хорошее настроение через котлеты и борщи повара передадут и ребятам.